Всем привет! Сегодня мы до Потапа иглы игрушки, и сегодня мы идем из покупку вот какой вот деревянной тарелки. Это тарелочка из дерева, развивающие научные игры от торговой марки «Ракета». Подарок своими руками. Набор для создания резной деревянной тарелки. В комплекте у нас инструкция. Еще какая красивая. Дно тарелочки бумажной, его нужно будет вырезать. И детали нашей тарелочки. Еще какая красивая. Да, еще какая-то звезда. Сейчас будем она отсюда соединять и смотреть, что у нас тут выйдет. Как будто ступеньки. Как будто ступеньки. А что, раз, два, три, четыре. Склеиваем все детальки между собой, клеем. Последняя деталь – это дно нашей тарелочки. Ксюша его уже вырезала. Сейчас смажет клеем и наклеит на дно нашей замечательной тарелочки. А может я? Да, Илюша наклеит. Ты смазала? Давайте вместе. Вот так вот. Очень красивая тарелка. Красивая получается, да? Вот такая замечательная тарелочка у нас получилась, деревянная. В принципе, делать ее достаточно просто. Единственное, что нужно очень аккуратно вытаскивать детали, чтобы они не сломались. Сейчас у нас подсохнет, и мы будем ее использовать. Для чего? Для конфет и яичницы. Натюралка. Хорошо. Ну, если вам понравилось это видео... Ставьте лайки и подписывайтесь на мой инстаграм и тикток. Всем пока-пока. Да, слушаем мы всех.